А, вот кобр пошел с лопатой и прибором. Мародеры, мародеры, негодяи. Может еще одного грохнуть? Его же я. Вот кобр идет, вот он, вот он. Праздником я устроил. Патроны! Бабаков, давай патроны еще. О, все. Он труп. Он просто труп. Ух, ничего себе, прям ровно втыкнулся штычок. Вот это мощь. Ничего себе. Вот это мощь. Да. Вот это надо зверь. Орудие. Непонятно, почему советская армия победила. Расскажите, что это такое? Что вы сейчас делаете? Что вы сейчас делаете? Я просто плачу, ребят. Я плачу, просто плачу. Я в шоке. Ты приносишь удачу. Ты слышишь, ну, раз со мной идешь. Я тебя буду без кормить. Проблем. Я тебя буду возить. Я тебя буду одевать. Но ты идешь. А есть точно такая же, но с перламутровыми пуговицами. Вот у нас, ребята, из одной ямки штычок. Какой штычок? Это ножны, блин. Да я шучу, ребята, это ножны от штычка. Видите, какой-то... Вот даже вот такие вот штучки. Он у нас безграмотный, он ни хера не понимает, но везет ему. Куском жабы, короче. Неплохо. И тут у нас сейчас прорисовывается ганзбычок. Да, неплохо так лежал. Ой. Осторожней. Он может быть сохранчик у нас не важнецкий. Поэтому может быть трухляв. Давайте уже ковырните его под конец. Давай, Иван, выковыривай его. Нифига ему не будет. Поле. А если мы его поломаем ему, то я буду счастлив, как конкурент. Нет, нет. А прикинь снаряд. Нет, сбоку не поддевай, да, Сим? Да, надо отсюда. Так он жестче будет. Вован. Надо еще, давай сюда. Нет, сюда ставим. Вот там. Видишь, куда длинный? Ну да. Чтобы противогаз лез. Не кипшуйте, не подел. Здесь, да, углубляй, Вован, быков его подчухай. Что это? Там еще что-то, наверное. Да, еще что-то, ребята. Ниже, да, еще? Еще есть, блин. Ребята, жир. Я целый склад нашел. Тихо, не кипишу. Под него загоняй, ты просто его за стеночку. Углуби хорошо. Воткни как следует ногой.
смотри, он сейчас сломает. Вот. Вот он, вот она, прелесть! Вот он. А ну открывай, открывай. Хлорница. Не-не. Тяжеленький, ребята. Он с противогаза. Нет, ты не откроешь, его надо отклашивать. Ты посмотри. Открывать последнее дело, вы что? Да, да. Так, ребята, что? Он целенький вот, такой. Моя, вот, вот моя, раскрашенная. Кружечка. Это будем отмывать клеем, осмотреть. Пока тут ребята делят хабар, грызут друг друга. Ой, было бы, что делить. Да-да-да, мы снимаем вот такую лопатку. Сегодня чисто кружку. Испытания лопат были. Да, отдохнуть поехали. Ну так, кружечка, может быть, клеями порадует. В общем, вот, покопали. Подняли серьезный ствол. Ну я, блин, с криминалом дел иметь не хочу. Утоплю его в болоте по-любому. Потому что с такими вещами идти в город, снести их куда-то там в жилые кварталы очень опасно. Как видим, вот здесь вот заглушена задняя часть ствола. Здесь был зажигательный фитиль. И в общем, вот такая вот дудочка сегодня прикольная вылезла. Не, давай копай. Вот такой вот лопаткой во выкопал вот такую вот яму. Просто мне сказали, что тут так. Да. Давай, расчищай, там у тебя что-то шкребло. Блин, что-то плохо. Этого не обходится ни один ков. Вот закусон. Надо отметить подъем ящика. Вот ящик выкопали специально для этого. Это помойка. И вот первое более-менее состояние, конечно. Куда ты? Уговнище, конечно, состояние просто жуть. Здесь чернозем. Был бы здесь песок. Вон тут стекло всякое. Тут много всего. Офигенная помойка, ее нужно бить до дна, должны быть бутылки целые, тарелки, вилки, ложки. Будем работать дальше. Мы непосредственно онлайн. Я уже кое-что выкопал, интересно. Вот здесь что у нас тоже. Еще я думал, что это квадратная такая ручка, стекло. И вот эта вот штуковина уже начинает гулять. Я ножом взял, тут все, много всего, очень радует. Чего? Эсбит? Ага, эсбит. Вот он, немецкий эсбит. Конечно, сохран унылое говно. Что делать? Что дед дает? Не знаю, получится с ним что-то вытянуть. Очень хрупкий металл, но, что интересно, целый. Попробую. Вот тут на дне даже какие-то надписи. Эсбит. Смотрим дальше. Вот как видим. Ярко. Гильза авиационная советская. ВЯ-23 вооружены были. Ю-2. Две пушки было у него. Дерево было, его спилили, потом, видишь, пошло переотрост. Ну, возможно, да, в то время. Думаю, что так это было. Вот вилка, тоже из помойки непосредственно, онлайн.
помойка. Вилка. Часть немецкой. Ложку вилки. И рижский бальзам. Впервые нахожу ложковилку. Можно найти будет отдельно ложку. Может быть, она где-то здесь. И будет ништяк. Вот уже сколько хамара. Помойка просто огромная оказалась. Такую яму я уже выкопал. На лопату вот содержимое. Немерено всего. На штук 50 банок. Стекло и бутылка рижского бальзама. Ну, плюс две вилки. Ящик с медалями, да? Рейса. Железными крестами, да. Ну, почисток, чтобы я застрял. Вот он. Угу. Полтишки, у меня есть чуть больше. Вот он, ящик. Видно? А в нем что-то может быть интересное. Будем надеяться, да? Угу. Сидит он, конечно, хорошо. О, пошел. Пустой. Крышка только. А это только крышка. Крышка, нет, это 80-ки. Это 80-ка. Вянет оказался. Может, ниже еще есть? Вторая часть. Ага, ниже. Банка. Может, помойка. Да, вот тут как бы мешалка идет. Надо взвенеть. Есть прибор. Взвенеть прибор. Не, в яме сигнала нет. Так, мелочь. Вот видим. Глубина, если дать больше амплитуду, еще больше берем. Вырубай. Вот только что из ямы показался такой вот наиприятнейший сюжет. Колот палатки, к сожалению, он стальной. Но клейма на нем должны быть. Мы посмотрим эти клейма, почистим и покажем обязательно. Вот такая вот находочка. Стаями летали, община бы. А сейчас перестали. Индивидуалы. Где эти божьи твари, а?